Мрієте про рептилію вдома? Маленька компанія допоможе обрати улюбленця. За словами експертів, доглядати таких тваринок легше, ніж багатьох інших домашніх звірів. И ось чому. Если прирученные, они не имеют такой привычки кусаться, они хорошо контактируют с детками, они безопасны в плане аллергичности. Рептилии все же меньше кушают, за ними меньше нужно убирать. Единственное, что надо следить, конечно, и изначально создать ему условия, потратиться и создать те условия, которые будут отвечать нормальной жизнедеятельности. Цієї рептилії. Важливий елемент утримання екзотів – якісне харчування. Більшість ящурок – комахоїдні. Це зобов'язує власника утримувати кормову базу. Щоденний раціон єдиного травоїдного створіння серед рептилій – зеленої ігуани – повинен містити більше 10 рослинних компонентів. Тому, обираючи екзота, важливо подумати, де ви будете брати корм, або звернути увагу на всеїдних и невыбагливых особен. Бородатая агама. Она, пожалуй, наверное, наиболее такой вот удачный по питанию и содержанию домашний питомец рептилия, потому что она и размеров небольших, и очень удачное у нее питание, что она чем старше становится, тем более растительную пищу она должна есть. Там уже не такое разнообразие большое, как это все-таки у игуаны. Это можно, есть возможность дать каких-то насекомых, замечательно, даются насекомые. Но если нет такой возможности, то она прекрасно ест, ей больше того, ей даже очень полезно есть именно растительные компоненты. Ящерки побольше, например, варани, в дикой природе харчуются теплокровными, и власники могут это использовать с користью для полегшения утримання экзота. Та ящерица, которая может и ест в природе млекопитающих каких-то, то есть мясо теплокровных, она сможет переварить и некоторые продукты, которые мы можем дать, ну, по сути, со своего стола. То есть это уже может быть не насекомое, это может быть уже какие-то субпродукты, это может быть и фарш, это может быть там и творог, и яйца. Але до утримання великих рептилій слід поставитися обережно. Сім'ям з дітками краще обирати улюбленців поменше. Некоторые рептилии в виде варанов или там игуан, это в принципе большей частью для специалистов. Если, например, это какие-то гекончики, да, они безопасные. Есть детки, которым это очень нравится, нравится создавать им определенные условия, даже при том, что они не будут их постоянно брать на ручки, им все равно нравится. Это может быть и хамелеоны, и любые виды других гекконов или ящериц. Детки тоже совершенно спокойно справляются. Родинам, де діти вже мають 8 років і більше, наші експерти рекомендують змій у якості домашніх улюбленців. Дует інструктованого чада і невеличкої прирученої рептилії цілком безпечний. Это может быть маисовый полос или королевская змея. Совершенно спокойно, потому что на ощупь она приятная. Ее можно почти все время безопасно взять, поиграться и положить на место. И зверю нормально он это воспринимает, если он прирученный. Обираючи улюбленця, подумайте, як будете вести його додому. Легкість транспортування – ще один важливий нюанс. Рептилії переносять дорогу легше за гризунів і папуг, бо їдять рідше і звикли подовгу сидіти нерухомо. Змії перевозяться у спеціальних мішечках, ящерки – у картонних або пластикових боксах. Обирайте улюбленця відповідально, а маленька компанія вам в цьому допоможе.